Это великая милость, что я могу донести вам это священное слово, которое мы должны с вами, братья, все любить. Потому что это слово, если мы его открываем, если мы его познаем, оно непростое. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча твоего острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4.12. Вот это священное писание, мы все должны, дорогие, с вами, знать, что она будет нас судить в последний день. И мы должны руководствоваться этим священным писанием. И тогда правильно, как сказал батюшка, что у нас будет с вами пребывать в сердце любовь. Любовь к тому ближнему, которому мы будем видеть образ Божий. Потому что мы все созданы по образу подобию Божию. Эта великая милость будет пребывать в нашем сердце, и мы будем просить у Господа все это благодати, чтобы эта сила пребывала в нас и исполнять то, что Господь оставил через Свое Слово. Если же мы не будем прибегать к этому светильнику, который нас освещает нашу дорогу, путь, а сам Христос сказал в Евангелии от Иоанна 14:6, «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поверьте, что Христос умирает за весь род человеческий, Он проливает великую кровь за всех нас. Сам был безгрешен. Он пришел для спасения нашего. Мы должны это всегда пребывать, это в сердце, чтобы у нас не отходило от этого, что Христос умер лично за меня. И тогда будем мы пребывать в любви. Имейте мир со всеми и святость, без которого никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Пребывайте в любви. Имейте общую семью. Вы знать должны нужды друг друга. Кто-то заболел из братьев ваших. Вы включаетесь в молитву. Вы включаетесь в помощь какую-то нуждающейся. Может, у него даже средств нету купить, допустим, лекарств. Вы должны знать. Потому что вы одна семья. Вас объединил наш Спаситель. Понимаете, мы находимся в церковной ограде. Если бы, конечно, была возможность еще собраться, и если у вас есть занятия по Слову Божию, я бы, конечно, сказал вам еще проповедь, которую я приготовил лично и для вас, и для всех. Я всегда стараюсь это доносить, как мы должны любить Слово Божие. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях и будешь поступать благоразумно. Иисус Навин 1:8. Любите Слово Божие и исполняйте все, что там написано. И тогда вы будете пребывать в любви к Богу и в любви к ближнему. Простите меня ради Христа. Христос воскрес! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Божье благословение всем за Духа Святаго.